Да, четвертая с правой стороны, третья слева. Чтобы не мешались друг другу. Что там? Едем, едем. Ждем, пока стори там ману отопьет. Кто на меня напуливает? Не тебя? Пускай напуливает Никитос. Никитос, я слежу. Может, не следует? Ронина Драгонса. Готов? Еще раз контрольная. Теперь нет смысла напугивать. Вага, все, даю отчет. Всегда так забавно слышать, как вы говорите, что это Никитос. Он тупо замутит. Стопнули. 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 Добивайте трэш. Больше по трэшу. Трэш добивайте.
Трэш. Стоп, босс. Персик, подними ногу. Рибаф попал, он дайте. Трэш, бейте. Переводите и добивайте босса. Хена, не бей. Я не бил. Просто надо больше угрозы генерировать. Там доты угрозу генерируют больше. Там ничего. Чьи доты? Африк. Да нет, там на пул генерирует угрозу. Есть видео, надо показать. Ну, колечко, только не то. Пианист, ты идешь на большие или нет? А есть ли смысл? Ну ты хочешь, может быть. Знаю, может быть, ты хочешь, горишь желанием пойти. Не, я-то горю желанием, но туда Войда придется. Пускай Войд танчит. А чё, Юрия Ливного кольцо ж упало? Видишь, у вас к нему и другое кольцо. Другое. Ему с меткостью надо было РПБ. Ну чё, ретрики хаст мастерство берут? Чё, ну ты же такую каску уже утал вроде, не? Что народ в гильдию присоединяется. Причём за наши одни хилы. Это 278 хил. Бревен меньше не был, много не бывает. Каждую гену заберет поинт. Леш, подпиши, пожалуйста. Прист, это этот сим. После рейда подпишу прием, да? Спасибо. Сейчас же все могут подписывать вроде бы, нет? Да, у нас состава есть возможность все-таки заметить. Нет, блин, не знаю. Но у меня есть, когда я на ханте. Я убрал уже эту фигню. Из-за отдельных клоунов теперь нету ни у кого. Из-за каких клоунов? Не знаю. Из-за клоунов, которые заметки меняют. Таких, например, как один из парада.
Что же он такого тебе поменял? Я бы сказал, но... Ты не только дата ГП там... Ой, точнее, вон ГП лук. Там взаимная любовь, что у меня. Ну, уж это любовь. Собой мага. А одна вечно просит НК, а вторая вечно его не дает. Че, когда обычку пойдем? На этой неделе пойдем с НК? Завтра или послезавтра? Аджайна. А, это в вечерний рейд ты имеешь в виду, да? Понятия не имею, во сколько оно будет. Да, ну завтра надо добить. Может и РС-ку ХМ. Может и сегодня. Какое уже время, типа? Ну, какое? Еще 50 минут. Дальше минут 15 бить. Тут час надо, чтобы все врубились на эту джену. А ДВшники... Да она же нерфленная же в хламину уже. ДВшники в ЦЛК не хотят в обычку? Завтра Джайни, а там посмотрим. Ласки себе заработать. Локи, давай так же, ты с дальней стороны ближний. Леша, можно на вашу зайти? Заходи, если надо. Там много кому не надо. Тогда в Раска можешь не суманиться. Да, это классно. Да а почему в Раска? А ты сиди с другого клопа. Крайне. Все равно ни хера не делает. Пускай побьет. Просто в Раску суманить надо. Пресекают, да, пошел, не батонит. А что ты отдыхаешь, как будто след страдает? Я нормально сериальчик добавил. Нет, старый сиди. Знаешь, потом после нас еще хилить будет. После конца РП нужно блиц-опрос сделать, что было, что не было. Что получилось у меня ГП за лайк? Кто лучше Эршан в нашей гильдии? Старый. Кто лучше дерево? Понял. Понял, принял. Девка лучше. Согласен. Я видел, как видел, как Солу. Солориал просто нашел. Сало вагон. Он на брейше не снилит ничего. Чак лотбон, нет, вместо враз. Сейчас мы трэш добьем. А, блять, Никитос Муцкий. Что вы там, я уже уступил. Можете не напрягаться там в чат. Кто ты такой быстрый? Ну-ка давай чего можно. ДПС, а тебя не пустят. Так, ставлю шкаф в пятницу. Засуманьте зачетную. Поставь фрилут старый. Хорошо. На присутствие. У нас один хил. Ой, один шарм. Это кладбон. Поставишь этот. Как она? Как они у вас ауры называются? Не ауры, а из природы. Дух природы. Да-да-да. Со старой в трусах, фанзер в луне,
пока тут в черепе, пончик в квадратике и денчик в крестике. Дальше РДД зона. Казум череп, квадбон крестик, Адачи квадратик, Проня луна, Никитос трусы. Так, дальше, получается, Локи, ты там где-нибудь около креста, я возле трусов. Розелина, станешь в квадратик, Амир, станешь в трусах, ну, и Апельсин будешь помогать. Ага. Персик, череп, Жунуэн, крестик. Дальше, по миликам, Вага, трусы, Талдаран, луна. Нурглет в квадратике, Эльмурсио крестик, Пухан череп. И получается, кто провокатор, ты остался, да? Провокатор, стой в трусах и тоже, ну, Апельсин помогай. Все, метки стоят, получается. Магму будете кидать ромбику. То бишь, если вы стоите там, Апельсин, трусы или звездочка, то ромбику. Если вы стоите квадратик, крестик, череп, у вас там будет бегать звездочка. То это, Кладбон, ты можешь на второй фазе поставить дух. На последнем? Чего я делаю? На второй. А, Артемия, спекайся в хила. Фанзера в ретрика. Фанзера, встанешь в крест. Один вопрос. Да. Тактики, что я смотрел по РСке, они отличаются от тех, что, ну, как ходят здесь. На Вэше я сейчас первый раз, это говорит Лог Розелина. Объясните вкратце, что делать. Смотри, первую фазу бьешь, выносишь дебаф. На первую и третью фазу там одинаковый дебаф, называется статический заряд. Просто ото всех отойти надо, будешь там штукаться от остальных. На второй фазе стоишь на значной метке и бьешь все, что движется. Точнее, будут выходить, смотри, вот из воды будут выходить голубые элементали, их сливаешь. А если вдруг в твоей метке вышел не голубой элементаль, а зеленый, его нужно сразу убить. То есть говоришь, например, там, куда я тебя поставил, по-моему, в квадрате, говоришь, там в квадрате и зеленый. Сразу фул, ну, дамаг в зеленого. Потом там дальше милики сами полутают нужную ДМ. Вот, а так стоишь в своей метке и бьешь, говорю, все, что видишь. Все, на третьей фазе точно так же стоишь со всеми и выносишь дебаф. Все, понял. Перекидывать ничего где не я надо. Стою? А Фанзера, куда я тебя ставил? В крестик. А, Хилон в луне. Хилон в луне? А Артемия в луне. Так, давайте СС на кого-нибудь раскидаем. Кокин, на свое усмотрение тоже СС раскидайте. Слышь, Фанзера, а не хилом он тебя куда поставил? Зарейдь. На свое усмотрение кидайте. Иди в череп, там никого нет. А в крестик? Ну, крестик, череп. Там чаще выходят зеленые. Перед полом на тот горн. Забегите на точку, чтобы это сделать. Да я чё?
Зелень, тебе просто ото всех надо отойти и все. Он этот дебафов ешь. Ну, то есть он бьет тебя и соседние цели. Да там и Брун просто за ним бегает, не знаю зачем. Я как бы отходил, а Брун, да, ко мне подбегает в притыге, я не понял вообще, да. КП скрос. Юфас. Все по меточкам разошлись. Зеленого наносите сразу, если видите. Зеленый в апельсине. Быстрее. С трусов. Рамбу скидывайте. Странник череп. Мерзогрослый. Ага. Зеленый на кресте. Странник. Квадрат. Зеленый квадрат. Ойки, потом если тебя выйдет, я помогу закрыть. Никуда. Зелен брусы. Брусак быстрее. Это последний был. И дай вага. Босса забирай. Странника убейте. РДД по страннику. Клади на профилю. Все РДД играйте в скатов, которые сверху летают. И стоимся в ромбике. Понять, где лок умер. Нужно изложить вот этот лок, выдумать. Подними всего. Скаты.
По локам, да, тюрьма? Скапи. Лужа, РДД. Ката. Лужа, РДД. Миля. Подбан, можешь убирать дух на свой. Скапи. Лужа. Скапи. Лужа, 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 лужа. Скапи. Когда Геро? Давай Геро. Всех босса. Скапов можете не бить. Дебаф вынесли. За рядом можно и выйти. На ком-то дебаф. Наказуем. Лок, выйди. Лужа аккуратно. Лужа. Что полезно, что выпало? Подожди еще. Ворон. Башка на ханта и башка кольцо на с меткостью защита. Дубинка. Да. И да, я. Ты 5 на ханта и на кого еще? На паладина. На паладина. Обделяют друидов Т5, да? Не говори. Giant Try будет, нет? Да, кстати. Старый троллишь или подбираешь? Ребят, что по Джайне? Сейчас за Джайну не пойдем, то завтра так не соберемся. Завтра месяц. Мне тоже кажется, Лех, не соберутся завтра так. Да, я завтра на работу уже выхожу. У меня на это есть время завтра, плюс РСХМ. Трай, это есть время, полчаса это трай сделать. Один. Ну, как раз такой вот, обилка вульпера, там, по-моему, освобождение от всяких корней, она работает на Джайне? Ой, на это, на... Я не против. Я танканул. Лёш, лице, которого вы добрали, он ходит, я его видел один раз, меня завтра точно не будет. Рейд забрался же РТ на час позже. Смотрите сами, мне вообще без разницы. Если что, я танканул. Вообще, вот. Да, технически у нас еще полтора часа. РТ 4 часа, как бы. Технически полчаса есть еще, да. Так. Давайте убьем сегодня.
Идите сами, если хотите, идите. Не против. Если Гена вам покомандует парадом, без проблем. В демоне точно нет. Да сейчас убьем с первого пула, ё-моё, да и все. Тем более сами говорите то, что ее занерфили. Там нет, до первого, с первым куполом ее убьем. Один купол все равно будет. Ну я говорю с первым куполом. Первый купол, там-то вся фишка в фазах, когда шары падают, а не в куполе ты делаешь. Кстати, че там по нерфели у Джайны? 10 лямов хп. Если шары по нерфели, у нас... Ну не 10, а грубо говоря 5. В смысле, если 10 лямов сняли, то после первого купола она сразу сдохнет, там не будет вас за шарами толком, по идее. Да, так и есть. 10 лямов по 5. Но она на 5, на какие там, на 4 лямах переводила. Чистый рандом, там может любая быть способность. Вас могут глыбы не закидать, у вас 2 купола будет. И все. Короче, дольше стоим, уже бы в целка были. Воронка. Мне ГП, да, дай воронку. Через Лёху. А. Я уже на подлете в целка. Я бы Бёрдер ставил. РЧ провести, да, пойдет вообще. А чё, получается, да, я провел РЧ?